Салам алейкум, ребята! Репродукции четырех картин казахстанских художников, участников третьего проекта конкурса «Серика Буксикова» и одного теперь уже художественного пивного бренда появятся скоро на полках казахстанских магазинов. Сам конкурс состоится в последние четверг и пятницу зимы 25 и 26 февраля в галерее «Есентай Гэллери». И можно долго спорить, искусство это не искусство, нормально или ненормально, а по мне уж, если пить пиво, а бухают у нас все в той или иной степени, то лучше делать это культурно, не только обогащая свой организм полезными витаминами и аминокислотами, а также обогащая себя духовно, культурно, так сказать, вкушая нетленки наших казахстанских художников. Пейте пиво пенное. Художественная. В эфире «Инстанция» – программа о независимом искусстве, модной музыке и актуальной литературе современного Казахстана. Меня зовут Александр Нужный. В этом выпуске анонсы новых и стареньких видеопрограмм и разных культурных событий. Новое видео от Антона Соловьева и группы «По компасам», культурные афиши и кое-что еще. Устраивайтесь поудобнее. В начале программы перед новостями хочу обратить ваше внимание на парочку интересных видеопрограмм, которые можно смотреть прямо на YouTube. Ну, во-первых, на Hit TV начали показывать в эфире интересный проект Amsterlife Sound Lab. Ну, когда эта программа идет в эфире телевизора, нам с вами знать нафиг не нужно, но она есть и на YouTube. Пожалуйста, смотрите ее на канале студии Sound Lab. Хороший проект, интересная программа. Ищите. И еще одна добрая весть. Из спячки вышла Настя Мединцева со своим видеопроектом «Во имя Кевина Смита». Первая часть уже в наличии. Ищите на канале YouTube Анастасия Мединцева. В общем, дело такое, 2 года я пинала сам знаешь что, прежде чем не сподобилась записать вашего любимого Кевина. Этот выпуск будет сериальный. Смотри, годный, не стесняйся. Новости одной строкой. 25 февраля школа-студия «Кинотеатр» набирает новый курс. Вот как мы сейчас ходим по улицам? Как? По улицам мы ходим так. Потом делаем так. И когда мы видим курс доллара, то у нас глаза расширяются. Мы открываем холодильник и делаем так. А потом мы смотрим этот телевизор и делаем так. А потом с нами происходят какие-то вещи. Мы все время. Вот. А некоторые так. А потом. И так проходит жизнь. А может проходить по-другому. Школа, студия, кинотеатр предлагает вам жить жизнью. Так. Вот так. А еще и вот так. Приглашаю вас 25 числа, 25 февраля, набор нового курса. Будем веселиться. Группа «По компасам» и Борис Бруль представляют новое видео «Трамвайный вальсок». Трамваи ходили в Алматы с 1937 по 2015. А теперь нам с вами долго придется ждать новый вид экологичного транспорта. Антон Соловьев заходил к нам в студию и рассказал, как работали над этим видео. Так случилось, что дописали потом нужные слова, и песня созрела вот как раз к решению о демонтаже рельсов. Еще хочу сказать, что в этих происшествиях никаких жертв серьезных не произошло, поэтому я считаю, мы вправе иронизировать об этом, говорить об этом с юмором. Ну и, честно говоря, это посыл тому, кто отвечает за развитие нашего города. Делается это в хорошую сторону или в плохую. Я считаю так. Сегодня в нашей программе альтернативная афиша. Ближайшая 26 и 27 февраля премьера от Евы Бехер и группы «Кино и немцы» «Обезьянки Чарли». 27 февраля – единственный концерт известного джазмена Чарльза Тернера III. Drifting apart to friends, crazy as a loon, sad as a gypsy,
28 февраля на Алматинском Арбате акустический концерт группы «По компасам». Дорогие друзья, группа «По компасам» приглашает вас на премьеру своей новой песни. Акустический концерт состоится на Жебек Жилы Фурманова 28 февраля в 12 часов. Осадков не ожидается. Хорошее настроение приветствуется. Свобода алматинскому трамваю! 26 марта в алматинской «Жести» концерт группы «Слот». И 10 апреля в Астане свой концертный тур по Казахстану начинает известная тяжелая группа «Зараза». Билеты на самые яркие концертные события Казахстана в кассах билетного агентства «Меломан». На этом у меня все. Новостей на сегодня больше нет. Это была «Инстанция», программа о независимом искусстве, модной музыке и актуальной литературе современного Казахстана. Больше новостей в наших социальных сетях и на сайте artparavoz.com. Ну и не зря сегодня мы показали интервью с Антоном Соловьевым. В конце программы премьера недели. Видео «Трамвайный вальсок». Всем пока, меня зовут Александр Нужный. Ставьте лайки под видео и подписывайтесь на наш канал. Саубол! Свободу гады алматинскому трамваю набрали вы, что отказали тормоза. И только я один всю правду знаю, но 20 лет еще рассказывать нельзя. Но 20 лет еще рассказывать нельзя. Трамвай летел, а по рельсам с перестуком.